Алина Загитова рассказала о своей учебе в университете. Первая сессия выдалась сложной и очень волнительной, но спортсмены всегда все делают на максимум и идут до конца. Было сложно, но я сдала все экзамены. За первый семестр я сильно прогрессировала и узнала много нового. Интерес к учебе закрыл все тяжелые моменты, которые присутствуют в обучении. Конечно, преподаватели иногда закрывают глаза на то, что я чуть-чуть пропускаю занятия. Но все, что нужно, я делаю, посещая все важные лекции и семинары. Главное, что в мозгах что-то откладывается, и я сдаю зачеты и экзамены, рассказала Загитова. В прошлом году фигуристка поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы по направлению журналистика.